Семейная политика является приоритетной в Беларуси. Сегодня на территории Ленинского района города Бреста проживает почти 500 многодетных семей. Уже стало хорошей традицией ежегодно под патронажем территориального центра данного района проводить конкурс названия «Лучшей многодетной семьи». Этот год не стал исключением. На базе гимназии номер 5 нашего города состоялся очередной финальный этап конкурса. Компетентному жюри предстояла непростая задача в выборе победителей. Жюри решило, что 5 семей проходят в финал. Сегодня мы с вами увидим состязание между лучшими семьями, потому что они уже и так лучшие, неважно, которая из них победит. На самом деле они уже лучшие, потому что они проявляют активную гражданскую позицию, потому что сегодня они являются носителями семейных ценностей, потому что они сегодня пример для всех тех, кто еще думает о том, стать ли им многодетной семьей или все-таки остановиться на одном или двух ребенке в семье. Отличительной особенностью конкурса в этом году стало участие семей, воспитывающие более 3 детей. Например, в семье Назарук подрастает 8 ребятишек, а в семье Ракетских – 5. У меня муж, когда сделал мне предложение, он сразу сказал, что он хочет 5 детей, потому что чтобы была настоящая семья. И поэтому как-то вот каждый ребенок у нас – это радость. Интересно, просто не представляешь, как его могло бы не быть. Любовь и забота, желание быть и творить вместе – эти чувства передавались каждому из собравшихся на мероприятии в этот день. В очередной раз собраться всей семьей и сделать что-то вместе. Опять же, показать все-таки для своих детей то, что мы можем, ну, что-то делать, выступать, творить. И, в принципе, что дети, к ним есть должная и поддержка, и понимание, и возможность раскрыть свой творческий потенциал. То есть семья – это не только быт, семья – это возможность раскрыть свое творчество. Возможность продемонстрировать творческую сторону всех членов семьи позволили и задания каждого этапа. Визитная карточка семьи, мой счастливый день, минута славы и семейный кулинарный шедевр раскрыли творческий потенциал каждого из участников и определили победителей. Почетное звание досталось семье Назарук. Брать в масштабах района, я хочу сказать, что это способствует сегодня, наверное, вот тому, чтобы многодетные семьи на примере таких мероприятий видели, что они не забыты, что своим отношением или своим отношением к воспитанию своих детей они показывают пример другим, не только многодетным семьям, что сегодня даже при всех тех возникающих моментах, трудностях, которые есть в стране, как в каждой семье, сегодня есть хорошее начало, особенно в многодетных семьях. В канун вот такого важного праздника, как Международный женский день, а наши мамы, многодетные мамы, действительно заслуживают очень серьезного внимания. И я хотел бы именно в канун такого праздника поздравить всех женщин, и особенно многодетных мам, вот с этим праздником. Пожелать им, конечно, в первую очередь крепкого здоровья, благополучия и мира на нашей земле. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для телекомпании БУК-ТВ.